Гладков Евгений Павлович. Сегодня нам предоставлен этот зал для проведения конкурса, как говорится, праздничного дня. И сегодня же день библиотекаря. Мало кто не ходил здесь, а в наше время ходили все. Сколько брали и книги читали. Поэтому я прочитаю свое стихотворение, посвященное данной профессии, благодарность. Вы, работники культуры, книгами кто в жизни рулит, кто читателям их выдает душой прекраснейший народ. Вы хранители романов, о любви, о капитанах и о графе Монте-Кристо, названий разных, далеко за 300. Библиотекари района, книг у вас всегда бездомно, и рассказы, мелькают пьесы, благодарны поэтессы, и поэт благодарит, и писатель говорит вам огромное спасибо, только зимой. Весною любила, плюс режиссер, издатели, районные читатели, возрастов больших и дети. Будьте вы всегда на свете. Вам желаю долго жить и каждым домом дорожить. Считалось, что наследие дальнейшее тысячелетие.